мы гасить уже начали. Вот. Остальные занимаются сначала досками и уборкой помещения. Оттуда надо будет эти шкафы, книги опять перенести, что помещение сделаем пол. И занимаемся вот этим сразу помещением, где у нас сейфы стоят. Оттуда все с пола, что у нас будет лишним, опять туда все уносим. Ну это вот Владимир Александрович. Вот я хозяин, поэтому, Владимир Александрович, я не хочу, чтобы он другим вот занимался. Ну и надо выносить столы, здесь все уже заставили всякими ведрами. Надо ну, туда это самое. Вот здесь, да нет, нет, туда за это, за дом. А там ад будет. Да, ад? Конечно. Ну и здесь тогда вот. Вот здесь вот, да, это феник. Значит так, кто сейчас досками занимается? Вы продолжаете заниматься досками, кто не занимается досками, значит, с Иваном Михайловичем занимается тогда столом и дальше по плану занимается всем очищением. Вы вдвоем занимаетесь триммером, который мы сейчас не сделаем. Косари. Да. Так, товарищи, вы вся высоком, а это еще и низменная. Нам есть надо быть. Да. Кухонная команда, да. Значит, Дмитрий Юрьевич. И кому его в помощь? Девушка. Девушка снимать будет. А. Девушка будет в пределе. Дмитрий Юрьевич, кого вам в помощь? Ну кто собственно? Кто не любит? Да. Не задействован. Вот. Ну хорошо. Давайте, вот, хорошо. Там, значит, столы. Вот это самое надо будет вынести. Надо будет, значит, такие задачи. И газеты тоже. Газеты поклеить вам еще. Съездить в магазин закупиться. И деньги я выделю. И, соответственно, все это сделать так, чтобы народ пришел покушать. Ну вот так. Тогда все, значит. Все, ищем. Значит, два ПСАГ, два это самое, два повара. Повара. И, так сказать, Владимир Александрович разбирается в этом. И разработчик. Я когда в поле жил, несколько лет назад, я 4 гектара покосил.